Анонс и точно дата выхода шестой серии турецкого сериала «Жар-птицы». Шестая серия сериала выйдет в эфир 24 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Барбарас приехал к ребятам и привез для них трейлер. Ведь дом еще не достроен, и они не должны мерзнуть. В этот момент он узнает о том, что это Гюляше донесла полицейским о местонахождении Читала. Они были там в тот момент, когда на него совершали облаву. Также Барбарас узнает, что Гюляше бросили в мусорный контейнер перед заведением Чагаттала. Гюляше открыла перед Али сумку, которая была наполнена деньгами, и он очень удивился. Барбара становится свидетелем этой картины. Гюляше спросила у Али, неужели так сложно построить дом на эти деньги? Али ответил, что он разрушит его. Гюляше ответила, что она снова построит, но Али не даст этому случиться. И каждый раз он будет сносить дом, построенный на эти деньги. Барбароса увидел, что Гюляше чем-то огорчена. Он стал интересоваться, что такого сказал ей Али, что заставило ее пролить слезы. Он привел ее в такое состояние, а сам в данный момент стоит спокойно и любуется морем, что очень злит Барбароса. Он хотел подойти к Али и все выяснить, но Гюляше остановила его. Читала пребывает в бешенстве из-за того, что шайка беспризорников смогла обвести его вокруг пальца и украли все деньги. Он не намерен просто так оставлять это дело. Напомним, шестая серия сериала выйдет в эфир 24 февраля. Если вам нравится сериал, не ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал. Жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.